мой бог. Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас будет soft spoken видео. Видео с самым большим, наверное, в моей жизни бургером. Я заказала это в доставке, и он в меню назывался «Черный властелин». Угу. Было заявлено, что он весит 900 грамм. Я его перевесила. Мне просто было интересно. Немножко меньше. А именно 700, кажется. Да, ну, короче, что-то около 700 грамм весит этот бургер. Здесь две громадные котлеты, яйцо, сыр, лук, соус, огурцы, листья салата. Короче, что там только нет. Картошечка. Здесь у меня сырный соус и какой-то соус, который шел в подарок с бургером, я не знаю. Барбекю. Я не знаю, ребят, как я буду сейчас это есть. Наверное, знаете, как мы поступим? Я сейчас его разрежу пополам и буду есть по половинке, чтобы хоть как-то скомпенсировать этот громадный объем. Я решила заодно и второй скрепить. Ну что, приступаем. Это супер мясной бургер. Как я счастливый в лесу. Дайте килограммовый бургер. О мой бог. Порезала сегодня палец. Черный властелин. Очень сочные котлетки. Это будет для любителей грязных видео. Очень вкусно с яйцом.
Не могу его ни на секунду выпустить из рук. Потому что он просто развалится. Какой самый большой бургер в жизни ели вы? Напишите мне в комментариях. Я смогу. Заметили, я еще даже ничего не уронила. Короче, это мясо. Ну, я понимаю, Big Bites. Кола Зеро. Я с ужасом смотрю на вторую половинку. Давайте картошечку съедим. Я не знаю, как мне пришла в голову эта идея. Совершенно случайно на него наткнулась в меню одной из доставок. Я думаю, да. Давненько не было бургеров. А такого я, наверное, вообще никогда не ела громадного. Приступ. Ну, это очень вкусно, ребят, правда. Это бекончик. Тут еще и бекон.
Фух, я уже наелась. По-моему, в противостоянии бургер леса побеждает все-таки бургер сегодня. Все, если укушу хотя бы еще один раз, я умру. Вы понимаете, что, учитывая картошку фри, я съела сейчас практически килограмм еды. Не могу больше. Это было мощно. Если вы любите бургеры и большие бургеры, не забудьте поставить мне лайк, ребят. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Всех очень-очень-очень люблю.